Українців закликають не лікувати самотужки ГРВІ, яке у побуті звикли називати застудою. Особливо не слід вірити порадам в інтернеті. У Національній службі здоров'я вкотре наголосили – ліків від застуди не існує. Тож, як не нашкодити собі, поговоримо з директором Центру первинної медико-санітарної допомоги. До нашого ефіру долучається Тетяна Черненко. Пані Тетяна, я вас вітаю. Здравствуйте. Так, дякую, що долучилося. Знаєте, як звикли українці, якщо там сталася застуда, одразу бігти до інтернету і саме там шукати апарат, якісь рекомендації щодо народної медицини. Чому не звертаються одразу за медиків, а саме до, ну, скажімо, Гуглу? Звісно, сьогодні та очень ошибочное мнение, ошибочные действия людей, которые обращаются за помощью в интернете и лечатся какими-то народными методами, соседи по парадной и так далее. Воспринимают это лечение вместо лечения доктора, да, и считают, что это правильно, они на верном пути. К сожалению, нет, и это ошибочное мнение, мы должны этого избегать, потому что сегодня сезонность действительно острых респираторных вирусных инфекций, сегодня наряду с ковидной инфекцией есть и вирусы гриппа активно очень, этот штамм гриппа активен, также риновирусные инфекции и так далее. И различить, какая вирусная инфекция, может сегодня только доктор. Поэтому, если у вас есть малейшие признаки простуды, вы должны обращаться к своему семейному врачу. Не обязательно для этого нужно идти на прием к доктору и стоять в очередях. Возможно, в каждом центре сегодня есть колл-центр. Вы звоните в регистратуру, и регистраторы вам дают телефон непосредственно доктора рабочий. И вы созваниваетесь напрямую и рассказываете ему о своей проблеме. И доктор уже решает, нужно вам посетить сегодня лечебное учреждение, или, возможно, вы остаетесь дома, принимаете обильное питье, витаминотерапию, да, и находитесь в тепле, и по истечении определенного количества времени вы опять связываетесь с доктором, и уже решаете вопрос, нужна консультация очная, или, возможно, вы уже можете приступить к труду и выйти на улицу и вести прежний образ жизни, как вы вели до этого заболевания. Так, пані Тетяна, а яка існує, можливо, профілактика застуди? Ось що можуть у повсякденному житті приймати люди, щоб якось запобігти проявам ГРВІ? Сьогодні волшебної таблетки немає, да, яку б ми прийняли і не заболіли. Це дало б нам гарантію не заболіти острими вірусними інфекціями. Но, однако, соблюдая необхідні міри профілактики, ми можемо минимизировать контакты с больными людьми и минимизировать наши риски, шансы заболеть вирусными инфекциями. Ну, первое, это, конечно, ведение здорового образа жизни, полноценное питание, здоровый сон, соблюдение мер предосторожности, стараться не посещать места с большим скоплением людей. Да, если есть возможность не ехать на общественном транспорте, где большое количество людей мы сегодня видим, которые не соблюдают ни дистанцию, не носят маски, а есть возможность пройти пешком по свежему воздуху, то лучше, конечно, пройтись пешком по свежему воздуху. Стараться как можно чаще обрабатывать и мыть руки, находясь в общественных местах, стараться не трогать, не контактировать, чтобы руки не контактировали с лицом, не тереть глаза и так далее. Ну вот такой вот минимум, это то, что я вот сейчас сказала, позволит нам снизить риски и шансы заболеть вирусной инфекцией. Я знаю, що деякі люди ось на зимовий період вносять до свого раціону часник і лимон. Ось ці засоби якось можуть виступити в ролі профілактики від застуди? Сегодня, если мы говорим о таких растительных методах профилактики, просто сказать, что 100% они нас защитят, конечно же, от простуды, нет, этого не произойдет. Но тем не менее мы знаем, что цитрусовые, в том числе и лимон, они богаты витамином С, который активно участвует, да, витамин С в борьбе с различными вирусами. Поэтому частое питье с лимоном, теплое питье, оно
Это как дополнительный компонент к тому, чтобы наши защитные силы в нашем организме, они работали на должном уровне. Так, і також, пані Тетяно, наразі дуже важко, ось навіть не важко, а легко спутати, звичайно, застуду із COVID-19. Багато хто лікує саме застуду, а насправді у нього хвороба на коронавірус. Да, действительно, это так. Мы сегодня видим, что симптомы при омикроне и при различных других вирусных инфекциях, они очень идентичны. Это и повышение температуры, это заложенность носа, это и боли в горле, першение в горле. Действительно, и сегодня только единственным методом, где мы можем точно сказать, что это ковид или это вирусная инфекция, является это тестирование на ковидную инфекцию. По-другому мы не сможем дать ответ, что это за инфекция у данного пациента. Поэтому, если у вас был контакт с пациентом, который больной ковидной инфекцией, если есть повышение температуры до 38,5, боль в горле, слабость, тоже это как бы больше идет в пользу ковидной инфекции, нужно обратиться к своему семейному врачу, взять направление на ПЦР-исследование, и в течение нескольких дней вы получите результат. Что нас сегодня немного успокаивает, это то, что омикрон у большинства людей, особенно у вакцинированных пациентов, проходит в очень легкой форме. И также напомню, что сегодня мы продолжаем вакцинировать жителей нашего города. Работают центры вакцинации с 8 утра до 8 вечера ежедневно. В наличии есть все вакцины, и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и CoronaVac. Пожалуйста, мы ждем всех, кто еще не вакцинировался, тех, кто еще должен вакцинироваться третьей бустерной дозой, потому что сегодня это, к счастью, я не знаю, к сожалению, единственный метод защиты от тяжелого течения и летальных исходов. Поэтому приглашаем всех на вакцинацию. Так, і коротеньке питання щодо бустерної дози. Скажіть, можливо, є така статистика, скільки одеситів зробили собі третє щеплення? Я сейчас не готова сказать точное число, но могу сказать только одно, что одесситы с удовольствием, те, кто, кому положено и уже подошел срок бустерной дозы, мы видим очень активную позицию одесситов, которые идут и вакцинируются, тем самым защищают себя и своих близких от тяжелого течения ковидной инфекции. Так, дякую вам дуже, пані Тетяна, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Тетяна Черненко, директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 4, була з нами телефоном. Я нагадаю, що українців закликають не лікувати самотужки ГРВІ, яке у побуті звикли називати застудою, особливо не слід вірити порадам в інтернеті. У Національній службі здоров'я вкотре наголосили, ліки від застуди не існує. Тож, як не нашкодити собі, щойно ось на цю тему ми говорили з Тетяною Черненко, директором Центру первинної медико-санітарної допомоги. Ключовий висновок, який ви маєте зробити для себе, у випадку застуди не треба одразу бігти, так би мовити, до інтернету, а одразу звертатися до медиків.